Приветствую всех на канале. Глянем, что в посылке. О, в посылке у нас вот такой красивый, можно сказать, радиоприемник. Это для ванны. Такой редкостный вариант. Так, я думаю, вот эта ручка вот здесь вот так крепится. Так оно и есть. И здесь мы вешаем за шторку или за что-то, что в ванне есть, да, или умывальники. И включаем радиоприемник. Ну, давайте сразу включим его. Так, он так включается тут. Отдельной антенны нету тут. Так. Нажмем reset. Сброс, значит. И сканируем радиостанцию. Мы ее поймали. Еще нажмем. Зона неуверенного приема. Да? Крышка батарейного отсека с двумя саморезами крепится. Вот, а остальное открывается вот с помощью вот этих саморезов. Здесь они. Вот. Сейчас я все открою. Так. Здесь надо снимать резинки. Что же у нас внутри? Внутри у нас печатная плата. Здесь у нас потенциометр с выключателем. Все понятно, да? Управление осуществляется с двумя кнопками. Вот они обычные, самые обычные кнопки. Ну и главный чип это TDA7088. Это вот из серии чипов CD1088, C1088, по-моему. Вот, на 88 завершается. Такие я приемники собирал. Чип, ну, такой, устаревший, можно сказать. Непонятно, то ли он аналоговый, то ли цифровой, больше склоняясь к аналогу. Тут мы видим, что вместо индуктивности обычных катушек, тут применены вот такие ненастраиваемые L2, L1, вот, индуктивности. Вот, низкой индуктивности. То есть, они решили так. Ну, уменьшить себе работу. Обычно ставят именно катушки, намотанные такие, ну, диаметром 5 мм из эмалированного провода. Здесь еще транзистор стоит, 9018, усиливает сигнал. Антенна является вот этот кусок провода. Вот, тоже слабоватая схема. Вот. И, соответственно, усиливается высокочастотный сигнал, подается на чип известный. Вот. На выходе у нас TDA2822, это, ну, такой очень распространенный чип, ну, не самый лучший, так? Но ни одного электролитического конденсатора нету, сейчас вот, ну, как бы используют эти танталовые конденсаторы большой емкости, они до 470 микрофарад доходят. Так что вполне все нормально. И динамик. Динамик, мне кажется, это не динамик, собственно говоря, а это от наушников такое. Потому что звучит он скверно, ну и выглядит соответствующе. Вот. Решили удешевить, наверное, данный девайс. Вот. Ну, немножко огорчает, конечно, что и звучание плохое, и прием не очень. Вот, может быть, я возьмусь и как бы переделаю данный радиоприемник, но с другой стороны, зачем? Не совсем понимаю. Значит, из-за корпуса, что ли? Ну, корпус можно быстро на 3D принтере отпечатать, в принципе, не проблема. Вот, но я думал, без больших таких усилий, значит, повесить в ванне отдельный радиоприемник. Но, видать, не судьба, не судьба. Ну и никаких разъемов тут нету. Соответственно, смотрите, уже порвался данный провод на выходе. Все. Ну, я думаю, разобрать этот радиоприемник. Никуда он не годный, ни на что не пригодный, как говорится. Всем спасибо за внимание. Не забываем подписаться на канал. Будет много чего полезного и интересного. Пока.